приехала из Лучестии. Опять в Черногории, вот эти чудесные клиники. Слушай, а почему в Черногории-то? В Италии, наверное, лучше почистить зубы. В Италии, честно скажу, лучше их не чистить никогда. Чистят ужасно. Технология отсталая, стоит намного дороже. Не запишешься вот так вот быстренько, как здесь надо месяцами еще и ждать. А сколько в Италии примерно стоит зубы почистить? В среднем то же самое, где-то вот 100 евро. Но проблема не в этом, в качестве чистят не очень. А здесь? Здесь хорошо. А сколько здесь стоит зубы почистить? Полтинник. А доктор хороший? Хороший. Ручки ласковые. Доктор очень нам понравился. И кабинет приятный. Да. Вообще приятный. А как вы это радите? Он намного задовольна чем-то? Что это? Это лазер или... Чищение? Да. Чищение – то аэрофло. Что это? Аэрофло – комбинация... Аэрофло. Вода, воздух и гормон. Да. Да-да-да. Потом уже...